Здравствуйте, дорогие слушатели нашего канала, подписчики, любимые зрители. Всем здорово, ребята. С вами сегодня Шмель и Паучок, Золотой Бачок. Всем здорово, ребята. Пипец. Всем здорово. Всем здорово, здоровуни. А чё я-то? Девчон... Чё? Чё я-то? А шо я? Ты чего там? Забыл? Ничего. Подвал хренов. Пошел куда-то. Да. Ладно, давай выберем какого-нибудь. Всё, этот. Пока, пошли. СД-шку. Выбирай давай. Куда? Стой. Потопал. Чего? А чё тебе? Ничего. Всё, давай, выбирай. Так, видишь, СД-6? Да. У меня вопрос, а как правильно говорится, СД или СД? Блин, чё? СГ. СГ, да, ну я СД почему привык. Ну, по сути, СГ, потому что там Г стоит. А, из-за этого? Ну, мне говорите СГ. Ой, СД. СД. Ты неправильно сказал? Воу. Ты чё там? Да ничего. Ты где вообще? А, вон ты. Я? Ты чё? Видел, ну. Пипец. А, ну, ребята, кстати, я... Читер. Я не читер, я... А, кстати, кит. Чё не напомню? Кит-то выбери. Я выбрал. Опа, 10, давай. Давай, так, сейчас. Куда? Я-то чё знаю, давай, ты туда. Это говоришь, как будто куда я пошли? Умный. Подожди, да. Я кое-что не включил. Вот, всё. Ого, эндермен. Там кто-то видел, у кого-то пукан взорвался. Стой, подожди, побежали за мной. Куда ты? Я не знаю. А Кати? Иди нафиг, не лезь ко мне. Не бей меня по лесу. Ого, чувак, у чувака классный меч. Или это просто зомби горит? Нет, нифига себе, чувак по боковой, беги в бок. Чё ты? Да я ничего. Тебя чё, убили? Ага. Вот давай. Ты болван, я ж тебе сказал по боковой, нет, ты не захотел. Нет, он за мной пошёл. Я догнал меня. Я знаю. А где надо было за мной идти? Так бы. Мы бы сейчас это... Ой-ой. Смотри, как надо. Видел? А тут что-то поджигли. Там чел. Ой-ой. Нифига себе, я мастер, только у меня все почему-то подогнуло как-то резко. Угу, ну я 11 слил и еще победил. Я знаю, сколько слил? Сколько? Нифига себе, фига себе. Стой, бачен тут ловушка, потому что тут ледстоун какой-то стоит. Мне это не нравится. Какая ловушка тут? Это ледстоун. Вот и когда подохнешь, вот сюда прилетишь, и вот тут дырочка, вон видишь, дырочка такая. На печенюшку упала. Кто-то там на крыше. Увидишь потом. Ну как там где? Ледстоун. Где? На тебе, ты чё тут бегаешь? Ой, маленькие няшные два зомби. Где тут чё, покажи мне. Я вообще нифига не вижу. Ты там не увидишь ловушку. Вот ты болван, чё ты мне сидишь, прогоняешь, чё? Вон там чел. Да я знаю, сейчас я кое-что возьму тут. Он тебя бьёт. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты чё, офигел, чувак, серьезно? Мир бы, точнее, предложил бы, я бы, может быть, согласился. Может быть. Да. Вот там, кстати, водить Тима. Или ни одного, сейчас я посмотрю. Вот ты, козел, чувак, а. Я, блин, хочу нормально, спокойно, никого не трогая, убить вас всех. Нет, это не Тима. Вот тебе. Блин, а. Он, кстати, и чел сзади. Да чё, не серьезно или чё? Там ну-ка, еще за ним один чел. Бежал. Только отстал, потому что за сундуком пошел. А, вон, вижу какой-то чел. Еще один. Так, может быть его слить, как ты думаешь? Давай сначала лучше лоха с хрень. Ага, мне потом сильным драться, я же напугаюсь и убегу. Ну ты поэтому отъенешься, пока он там сундуки лутает. Да я уже. Ну, хотя ладно, можешь пойти. Бу, иди сюда. Бойся меня. Иди у сюда. У него ботиночки только получше, и вот и все. Ага, и мечик. Давай, иди сюда. Чё ты? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я так. Пипец. Хотя бы по... Сдохни. Ну-ка. Ну-ка, сдохнет.
Он Е, сдох. я красавчик вообще! Вот лоханулся, чувак. И я С тоже. двумя алмазами. Ага. Видишь, какой я этот непредсказуемый. А я бы А, так и так ну и не чё? затащил. Тут еще один чувак бегает. Чё, давай ещё? Ну давай, последний раз. Потом с автомат. Потом с автоматчиками. С Давай автоматчиками. СГ-17. Подожди, я еще лобби третий не подсоединился. Оба, чунь, рядом со мной появился. Где? Какой? Какое? Тогда... На 48, давай. 48, зашел. Вылетело. Ха-ха. Лошок ты. Ну, не полностью, конечно, вылетело. Серьезно? Серьезно. Давай, заходи быстрее, а тут мне тут скучно. А у меня новый скайп, я ж тебе говорил. Не говорил. Просто азбуки. А я тебя единственного добавил. А, ясно. Да. Вроде еще Нео добавил. А, ну сейчас только что. Заметил то, что у меня там какие-то... Ага, вообще-то завтра добавил. Чего завтра? Ой, ты чё? Ну ты чё, скажешь, когда подключишься к серверу? А, Я знаю 80. то, что его нету, конечно, уже игра, потому что началась. Ладно, сейчас выйду хаб там, да? Ну вот, смотри, короче, у меня появилась такая небольшая идейка. По золотые билетики. Да, и по золотые билетики. У нас их ровно, допустим, типа 2. У нас их 2 Чего два? билетика. У нас вообще их нету. Тихо, молчи. Давай я их сделаю. Давай, бумажные, иди делай. Давай бумажные. Ой, да, то есть настоящие. Ну нет, типа они это воображаемые. Короче, у нас, ребята, 2 есть билетика золотых на поступление к нам в команду. И кто хочет, может их выиграть вполне. 1, 2, 3. Ну их А только сколько 2. билетиков будет? Давай три, потому что как бы всегда третья лобби, давай три. Нет, 2. Я уже сказал в это там в этом типа подкасте сказал то, что их Одна? только 2, да. А, Так ну что ладно. все, молчи. Ладно. Вот у негодяя избиваешь меня. Вот тут типа Стив этот. Путин. Но Путина с ушками, с наушниками, точнее. И что это у него? Это ученые очки. А, это очки, я думаю, это наушники, он так напялил. Наушники так напялил. А кто и что такое? Ты мне не говорил. Ну вот, короче, ну 2 билетика, они одних и так же. Мы типа, смотри, кто-нибудь выигрывает билетик это, да? И потом будет с нами сниматься. Вот. Вот Вот такие так. делишки. Вот так вот. Слушай, а может быть сгоняем на это, на выживание? А то мы там давно что-то не были с тобой. А чё? Ну просто. Ну, давай. А куда? Домой, что Ну. ли? Ну, давай домой. Покажем нашу хату, там, что мы Давай. сделали с тобой. Спустя Пиздец. такое время. Не очень и долго. Ага, недолго. Я, значит, своими тут руками пытался, что-то делал. Ага. В основном все мои там. Ну, ладно. Иди сюда, ТП ко мне. А ты где? Я возле нашей хаты. На нашей хате. Но. Ну, сейчас подключусь. У Ну давай меня же быстрее. кнопки говно. Давай быстрее. Вы О, у чё? меня же тут снежки есть. Давай быстрее, ТП ко мне. Все, я думаю. Оба чем. Смотри, это типа теперь наша хата, типа мы заезжаем. Давай это сценку разыграем. Как тебе идея? Да закрой ты дверь. Пиу-пиу-пиу. Да хватит меня Пиу-пиу-пиу. бить. На Пиу-пиу. тебе. У меня лопата есть. И чё, Смотри, что у тебя лопата есть? Дай сюда снежок. Дай мне нет. тоже. Дай мне тоже снежок, Ты пожалуйста. сам потом будешь давать с помощью лопаты. Все, у меня нет. Дай снежок один хотя У меня нету. Серьезно? Серьезно. О, смотри, пучеглазый. Давай, короче, сценку разыграем. Смотри, мы типа заезжаем. Я типа у тебя хату покупаю. Иди туда. А, не. Стой, подожди. Ты, Для что короче... любить деньги, для что любить тратить. О, Нет. да, давай за алмазики. Вот, нет, за Или эти... за За золото. золото ищи. Я чё, все золото у тебя стырил? А, ну да, вот есть, типа, за 2 зуба я у тебя куплю. Давай. И за лазурит.
Вот, короче. Я типа такой расслабляюсь. Ну давай, расслабляйся. Сейчас я джигуль себе построю. Уху. Сейчас, Кай. подожди. Ну вот, короче, я к тебе на мотике приехал. Вунь, 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 вунь. Надо бы канал переключить. Пиу. Ты чё Пиу. там? Тык, тык, тык. Шел, кто приехал. О, здорово, чувак. Короче, я вот это приехал у тебя. Это, хату покупать, хату мою. Какую твою? Ой, ну твою хату покупать за два зуба моих, которые я вырвал. Ну давай. На. А лазурит. Лазурит мой я тебе не дам. У Это меня пульт есть. фамильная ценность, за которую я Сейчас, 10 стой, миллионов погоди. потратил. Куда ты? Оп, моя лопата. Я с гроба моего вытащил. Там ничего нету. Я оттуда восстал. Ты бы хоть это Я его ямку закопал. бы ямку бы Я это его вырыл. закопал. Чё закопал? Мой гроб. Вот, смотри, еще раз копаю, стой. Там ничего нету. Вот видишь, там лопата валяется, и еще мой пульт стал. Все, мы тебя тут похоронили. Еще Ну да. все, короче, это мой дом. Видишь, у меня тут, значит, этот мой байк. Землей. Да. Эй, ты чё сломал этот мой Ну ладно, сейчас этот свои ясы все двигатель заберу. мой сломал. Мои Чего? ясы заберу. Эй, все, ты не забирай, иди отсюда. Да, шутка. Ну все, мы с тобой теперь живем. Ребята, дом у нас такой хреновенький, знаю сам. Для нас даже это не так должно быть. Даже. В головах. О, кстати, голова этого Афина. О, Афина голова. Да, голова Афина. Ну-ка, она мне идет. Нет, идет. Вот это пипец. Опа. Этот как его? Фин летсплейщик. Ту-ту-ту. Ну-ка, стой, вот этот слайм. Это не идет, у тебя наушников нет. Ты чё тут? Ого, с капюшоном этого мистика. Давай покажем, что у нас есть в этих сундуках. Тут одна Показывай. фигня, острота, острота. Откуда у нас это три меча на остроту? Ну, каменных. Это я добавил. Откуда? Добывал. Фига ты. Железки. У нас железки вообще повсюду раскидано. У нас два стака Алмаз. железа, кстати. Вот тут-то посмотри. Че, где? Вот тут это. Ага, это, Два кстати, еще. стака Это, железа. кстати, еще не все. Тут еще раскидано по некоторым. Да, тут. Ну-ка, тут. О, Нет, вот тут нету. смотри. Чего? Ту-ту. Тебе вообще не идет, у тебя волосы все закрывают, дай мне. Ну стол, у меня капюшончик есть. И все, это единственный твой Все. плюс. Все, обиделся, убежал. Голову только верни. Это мой байкер, не трогай его. Это Не мой бей меня по байкер. лицу. Не трогай мой байкер. Он такой золотой. Это золотой Какой байкер. байкер? Это не байкер, это байк. Это байкер. Байкер — это Ну знаешь как человек. его... А, точно. Значит, я на человеке к тебе приехал. Видишь, я это к тебе на человеке-байкере приехала. Эй, поцик! Не, помнишь, как я-то это сказал? Эй, тёлка! Эй, поцик! Нифига у нас тут всего, ты бы знал. О, даже еще одна зачаровальня есть. Я знаю, это моя. Это моя. Ну, вообще. Моя. Ну, вообще. А где мы? Ого, стержень нефрита аж целых 8. Откуда Тут... они у нас? Ну, я добывал. Как? Откуда? Я добывал их. Я с ПВП выбивал. Серьезно? Серьезно? Ничего себе ты, читер. Че ты взял? Золотая руда, ты ее не переварил? Хотя Ника, иди сюда, смотри, мы как ее поставим. Сейчас, Иди сюда. батик, у меня для тебя будет сюрприз. Ты меня опять ударишь, что ли? Не. И скажешь, это типа красиво. Стой, подожди.
Так, так моя лопата не исчезла, а лопата исчезла. Я думал, можно на нее. Так, поставим. Смотри, как сделал. Алмазики. Какие алмазики? Алмазики это старье. У меня столько алмазов есть. И чё? Никуда их не ставь. Смотри. Смотри. Стой, символ. Ты чё там делаешь? Алмазную лопату куда-то потащил. Ну-ка, слышишь? Иди сюда. Стой, стой. Чё ты там делаешь? Стой. Стой, во-первых, не бей меня. Во-вторых, у меня это сюрприз. Чё ты мне хочешь? Ударить лопатой промеж глаз? Нет, лучше. Тысячу раз лучше. А, мечом ударить промеж глаз? Нет, лучше. Чё ещё может лучше этого быть? Чё ты там делаешь вообще? Ну-ка. Стой. Ты чё делаешь? Стой. Алло. Я нормальный. Чё там? Ты чё это, верстак? Сейчас я его сломаю. Смотри. Чего? О, дай. Откуда ты её взял? С крафтинга. Серьёзно? Серьёзно? Ничего ты монстр. Ну, когда я ее тогда на PvP затащу. Положу, точнее. У меня их 3 теперь. А у тебя есть еще порох? У меня? Не знаю. Посмотри. Нет, это ты иди сам посмотри. Ага, мне тут везде все это проверять. Ну, это же твоя собственность. Ой, пипец, короче, нету. Мне один порох не, это не хватает. Одного порошочка. Я смогу еще одну TNT сделать. У меня нету. Вот сейчас он где-то был, да? И на меня это будут говорить. Фу, ты что такой слепой? Ну-ка, не, может быть, тут. Помоги мне найти, я его вообще не вижу. Бачуня. Ну, ты же братюня. Братюня, братюне должен помогать. О, сказал. Ха, я снег твой нашел. Ах ты ж. На тебе, за то, что по мне стрелял. Стой, подожди, у меня еще 3 снеговика осталось. На тебе. Так, ну давай на... Короче, каждый сам свои вещи называет своим именем. Сказал как бог. Ты чё там опять делаешь? Стой. Мне важно вещи делать. Слушай, у меня есть алмазный меч. Так что не шути со мной. Ну ты чё? Батик. О! Откуда? Серьёзно? Серьёзно. Как ты так это сделал вообще? Я маг. Нифига себе маг ты, а! Ну-ка накрути мне стак тинтишек. И дай мне админку. Стак тинтишек? Ну такого я не могу. Нифига ты, у меня уже аж 8 тинти. Благодаря тебе. Спасибо, братюня, это как подарок на Новый год. А я тебе по. Я тебе уже даю подарок на Новый год. Ну еще один. Я тебе потом это крупу подарю. Я только вот это. В магазине куплю. Я, короче, это в магазине крупу куплю и тебе подарю ее. Чтоб ты покушкал. А ты куда голову дел? А, вон она. Ну ладно, давай закончим над этим. А мы не будем снимать с автомата? Не, с автоматом попозже. Я подумаю. Какое у меня настроение будет. А, да, прикинь, это мы набрали под ним, под одним видео 10 лайков. Короче, ребят, давайте так. Под каждым видео должно быть 10 лайков. Даже. Не, это как-то мало, давайте 20. Не, 20, хотя бы давай 10 наберем. 15. Нет, 10. Короче, давай. 10, все. Молчи, а. Они и так стараются, значит, для нас. Не то, что мы с тобой бездельники. Ну, 10 это мало. А сколько тебе надо? Да, хотя бы 15.
А, я же это, кстати, наши координаты спалил опять. Ну, не Вон. важно. А, кстати, Чего? я чем-то напомню. Ну, давай. Когда мы будем уходить с этого сервера? А, да, точно. Ребят, короче, когда у вас где-то будет 1000, вот эта вот кругленькая такая сумма, когда у вас будет косарь, мы будем выходить из этого сервера и вам раздадим вещи. Мы снизу вот под вот этим вот домиком сделаем варп. Да. Подвальчик. Да, подвальчик, ну варп там поставим. Вы можете туда спокойно тпшиться. И мы там будем вам вещи кидать. Довольно-таки хорошие вещи. Сейчас я сдохну. У меня там 100 алмазиков есть. Ну вот, когда мы будем только уходить из этого сервера. Они такие, сейчас, ну-ка, раздай сейчас. Ну, все, да. Ну что, давай закончим над этим. Так, погоди, зачем ты это золото поставил? Не лезь к нему! Не надо, батик, пожалуйста. Не только его. Давай мы твой алмаз поставим. Где он? Ищи Поставим давай. алмаз. Вот, Где? смотри, поставили. Смотри. Где? Вот, хопана. Вон О! он, валяется. Возьми его, пока он не пропал. Все, молодец. Давай ты. Я, короче, буду на золоте. А, нет. У меня там где-то броня была. Шлемак. Нет. Давай я тоже грудак одену. Помоги мне грудак найти. А поскольку ты на золоте стоишь, я возьму еще алмазный мечик. Ну ладно, я на золоте тогда буду стоять. Блин, пипец, мы с тобой так долго заканчиваем. Ну вот лучше с шестыми мишками. Все, давай. Ну ладно, давай. Да, вот такие вот делишки, ребят. Если вам действительно понравилось это видео, серия, часть и так далее, можете подписаться на наш каналчик. Не забываем то, что мы собираем с вами армию Дар Вейдера. Да, вот такие дела. Ну, короче, два золотых билета у вас в руках практически. Подожди, а мне не сказали, как их получить. Я рассказал в этом, типа, в подкасте. Ну, может, они его не смотрели. Да, по-любому посмотрят. Тем более, я сколько раз про эти два золотых билета сказал в этом видео. По-любому посмотрят уже. Им просто не будет выбора. Они по-любому посмотрят его. Мы их телекинезом захватим. Да, если они не посмотрят. В общем, ребят, респект от меня, респект от паучка. Всем удачи, наверное. Всем пока. Пока. Всем пока.